Приветствую, все рыболовное братство. Сегодня я хочу поговорить о защите вершинки спиннинга для тех людей, которые любят лазить по кустам. Вот к этим людям и я отношусь. Там, где вытоптано, то, в принципе, не очень интересно. А вот залезть в какие-то дебри, подкрасться куда-то, вот это что-то мое. И есть такая проблема, когда лезешь через кусты, вот если взять, допустим, спиннинг, знаю, вам видно, вот видите, он чуть-чуть натянут, вот здесь получается петля. И в эту петлю обязательно, вот сколько я не лазил по кустам, какая-нибудь веточка и зацепится. И в принципе очень даже просто обломать какой-нибудь кончик, даже вот это тонкое, сейчас я вам побольше удилища покажу, вот видите. Все равно вот эта петля, вот сюда цепляется какая-нибудь веточка. Вот. Своей массы вы можете, ну, не почувствовать, и вот рванете, и кончик может обломаться. Ну, в принципе, удочка может повредиться. Долго я думал, что бы с этим сделать. Ну, как-то руки не доходили. Подумал об этом, допустим, после рыбалки забыл. А вот недавно смотрел видео, и там импортный такой канал, без перевода, и там мужичок, короче, ходил, там была удочка у него Абу Гарсия, и был такой наконечник. Вот он насаживал через кусты, он лазил, насаживал сюда, типа как чехол такой, пластиковый, вроде в виде трубы такой конической. Вот, я увидел это все и подумал, о, надо себе такое заделать раз и навсегда, и, в принципе, будет защита от этого, зацепов веток. Но чуть-чуть поразмышляв, я подумал, а что с ним дальше делать? Я через кусты, допустим, прошел. Вот. Что с ней делать? Просто так бросить на берегу? Так она там и останется, в принципе. Где-то забудешь ее, по-любому. Где-то на пояс ее цеплять. Ну, будешь ходить, как этот гвардеец кардинала. Или там мушкетер. Ну, кому как больше нравится. Тоже не делом. И думаю, надо такую штуку, чтобы она была простенькая и чтобы она в карман быстро слазила. Вот я посмотрел, и в глаза мне попал вот такой вот чехольчик от удилища. Обыкновенный вот этот он, с какого материала, не знаю, сделанный. Вот, шикарная вещь получается. Перед тем, как лезть в кусты, берете этот чехольчик, натягиваете его на кончик и... Вот здесь, вот уже колечко у вас пропустили, вот видите, здесь его просто завязываете. Вот. Вот так обмотали. То есть это времени занимает очень мало. Тем более, что как бы на рыбалке его хватает. Но, говорю, вот этих пару секунд, ну, заберегут вам спиннинг, вот этот кончик удилища, потому что я свои уже ломал. Но там было по-другому, когда-то первый свой спиннинг купил, вот, ну не первый же, а вот этот. Он на 5 сантиметров у меня короче. Переезжал я с места на место, а переезжал на чем? На маршрутке. И вот вроде бы как бы последний я заходил туда, я думал на ступеньку стану и буду собирать удилище. И тут какие-то две крестьянки бабушки сзаду меня подперли. И мне пришлось вверх встать на ступеньку, и этого хватило в принципе, вот обломать кончик спиннинга. А потолок маршрутки. Да, расстройство моему не было предела, да. Представляете себе? Ну вот. То есть за этим надо следить. А вот такая штуковина. У каждого по плечу, в принципе, она у каждого есть, и чехлы. В принципе, люди даже не знают, что с ними делать. Мало их используют. Вот. Применение им есть. Снимаете. На любой, говорю, подходит на любой спиннинг. Вот себе толстый. Этот спиннинг, короче, вершинка она тонкая. Вот. Все, завязали и можете смело через кусты пролазить. Так что, ребята, что знал, рассказал. Может, кому-то и помог. Но я считаю, вот эта штука очень полезная. Вот. Так что, берите на вооружение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет. Все, удачи вам! Вот, снег уже растаял, буквально там 4 дня назад навалило такие кучи кочегуры, а вот сегодня уже все, травка, весна, то есть можно опять на речку где-то выходить и бросать спиннинг. Все, ребята, до свидания.